Всем привет! Я думаю, обычное поедание арбуза уже всех достало и стоит в горле. И поэтому я сегодня решил проверить, что же будет, если пожарить арбуз в кока-коле. Так, все, наш кусочек пожарился, выключаем. Смотрите на разрезе, как получилось. Кому понравилось это видео, ставим пальцы вверх, подписываемся на мой канал. И до новых встреч. Пока.